этой сервировке мы использовали посуду португальской фабрики Коста Нова. Это керамика тройного обжига, очень прочная, но при этом достаточно тонкая для керамики. Мы взяли три линии, которые прекрасно сочетаются между собой. Здесь присутствует линия или коллекция, кому как больше нравится, Ривьера. Черную тарелку мы взяли оттуда. Из коллекции Августа мы взяли тарелку с темно-синим геометрическим принтом. И сверху все это закончили тарелками в диаметре 21 сантиметр из коллекции Elements. Далее мы взяли бокалы на тонкой ножке, очень элегантные, изящные. Бренд этих бокалов Италесси. Это профессиональное стекло, которое используется как в ресторанах, так и дома. Чтобы добавить нашей композиции сервировки объема, мы поставили хрустальные вазы ручной работы. И с двух сторон от самой высокой вазы уравновесили композицию вот такими красивыми чашами для фруктов на очень интересной ножке, которые также можно использовать как подсвечники под чайную свечку. Чтобы придать сервировке шика и аристократизма, мы добавили посеребренные предметы. И завершаем сервировку столовыми приборами в черном цвете португальской фабрики Хердмар. Это сталь 1810. Приборы черные, матовые. Они идеально вписываются сюда. Посмотрите, как все это круто смотрится в комплексе.